Прямой эфир. Увёл мне интернет, Серёженьку. Болею я. Здорово, друзья. В Питере вот такое вот лето. Мы едем. Дашуля, поправляйся, тебе пишут. Спасибо большое. Спасибо. Дашуля заболела у нас. Дашуля кухонный тортик не запах. Я не показываю мне. Вот банка. Ой, ничего себе. Чистер. Я ткнулся в глаз пальцем? Нет, чуть не ткнул. Так, ну ладно. Пишет, он свистит, да? Заблокировал. Что пишет, он свистит, пишет? Виснет, похудел, у нас плюс 33. Скулы. Какой скулы мои. Дашенька кашляет, заразилась от меня, это я ее заразил. Мы вчера с ней лежали и смотрели фильмы. Весь день, да? Весь день смотрели фильмы. Смотрели. Лежали так последние, вообще. 4 фильма мы посмотрели с Дашенькой. Потом последний старый несносный дед. Старого из Норвегии. Привет, Норвегии. Норвегия, у нас погода как в Норвегии. Вот такая. Кажется, в Норвегии лучше погода. В Норвегии, наверное, тоже всякая какашка. О, ты же педик. Ты же педик, я же тебя удалил. Как вам дед? Как вам дед? Как тебе дед, Дашенька? Отлично. Смотрите, какая мне Дашенька. Надо, главное, не заразиться от Дашеньки. Сережа, ты меня заразил. Я Дашеньку заразил. Смотрите, какая она губастая у меня. Губёшки у нее какие. Красотка моя. Так. О, специальный перископ скачал. Дядя Сереж Старец, красавчик. Спасибо тебе, дружище. Дай бог тебе здоровья, денег, счастья. Здорово, Киев. Здорово, Киев. Надо постричь сходить в подобный, наверное. Здорово, Диман Орехов, с Ярослава, я Ярослава Пикантова. Иван, привет. Здорово, Казань. Здорово, мы едем в топе. Мы часто в топе. Я понимаю, что счастье не надо показывать. Даже так смешно говорит, мне так нравится, как она говорит сейчас. Мне было нравится, потому что, ну не надо, пожалуйста, ну что ты сейчас так, еще снизу берешь-то подбородок, да, когда себя-то со скулами снимаешь, отстань. Ну, Серёнь, пожалуйста, не надо. Ой. Ты сразу же пишешь про какую-то хуйню для меня, да? Не. Привет с Питера. С Питера. Шикарная пара, у тебя банка где? Вот банка, вот, видали? Не очень красиво сидишь. Вот банка. Дали банку? Вот она, здорово. Банка здоровая. Жир, это же некрасиво. А и нет, нет жира никакого. Фуркистана. Привет из Фуркистана. Голос шикарный. Дядя Сереж похудел, помолодел. Молодой я стал. Молодой. Витаминов банка была больше сантиметра, на 4-3, наверное. Так, ВК-фест. Ну, если дождь не будет идти, то можешь сходить. Так, едем, короче. Здорово, здорово. Едем в Дашину комнату. Даша есть комната у нас. В Санкт-Петербурге на Горьковской. Не надо рассказывать, даже. Не буду рассказывать ничего. Даши ничего нет. Кроме меня. Поцелуйчный обстрел, друзья. Поцелуйчный обстрел, черт. О, еле выбрался из этого обстрела поцелуйчного. Так. Ну что у нас интересного? Результат.
результат конкурса. Надо сделать сегодня результат конкурса этого первого новостей. Новости надо снимать. В Алмазе не думал потренить. Скоро будет конкурс. Надо вечером сегодня подвести итог. Такая красотка. А реклама? Не знаю. Просишь? No. Так. Сделай зло новости под зонтом. За границу поедем. В Финляндию поедем. Как погода будет получше. А то в Финляндии такая же хрень, как и у нас. Такая дождь. Знаете, сколько градусов? Сейчас скажу вам. 14. Я плюс 10 пальто хочу. 14 градусов, друзья мои. Представляете? Дашенька у нас... Так, Гошан Вашка не знаю, когда вернется. Я думаю, ему на Шри-Ланке нормально. Да, на Шри-Ланке всем нормально. Да, ну там тоже надоедает. Смотри, там нет дождя хотя бы. Там вот на самом деле тоже часто такая погода пасмурная. Ну там в любом случае теплее, Серёж. Конечно, там тепло. Мы с тобой поцеловались, вот побегали под ливнями, и все, сразу заболели. И заболели сразу же. Вот романтика чертова, да, вот это? Чертова романтика довела. Пошли погулять и попали под дождь, мокрые шли по лужам. Так, надо мне удалять всяких черный список, чтоб ты сгорел в аду, чертов. Тварь. Чертов тварь. Удержим на площадь восстания. А может это вирус какой-то, Сереж? Я выиграю протеин, кто-то хочет. Даша устала у меня, красоточка моя. Сашенька, сделай так. Отстала. Вот так вот. Ну давай. Ну сделай. Нет. Ну сделай так. Сереж, не надо, не хочешь. Не хочет она так делать. О, так, ну ладно. Так, Беларусь. Беларусь надо сгонять. Беларусь. И чё? Надо сгонять, короче, в Москву. Мы поедем в Москву. В Москве на семинаре. Надо скоро делать пост будет. Приглашать. Прям сейчас скажи, ребята. Короче, будет в Москве семинар. Да, тут 80 человек, сори. 24-й, да, скажи. 23-й, 24-й. Тройной семинар будет. Будут дядя Сережа, Дашенька и будет еще здоровый бодибилдер. Может быть, я остаюсь это секретом? Оставим это секретом. Или скажи. Или не скажу. Даша беременна. Что? Да ладно, серьезно? Сколько вы уже вместе, спрашивает, это интересуется? 24 февраля. С 24 февраля. Так, please check AliExpress send. Че? Не знаю, что он хочет у меня узнать. Серёж, мы с тобой полгода вместе уже. Почему полгода? Ай, подожди. Март, апрель, май, июнь, июль. 5 месяцев. У-ху! Да. Мы с тобой 5 месяцев вместе. Охренеть, можно слушать. Как так вместе? Но. Время летит вообще, да? Но. Друзья, уже 5 месяцев вместе. Как так вообще возможно? Вот щелчок. Я делаю самые четкие щелчки, пока я не встречал вживую людей, кто щелкает громче, чем я. Давай книгу рекордов Гиннесса. Я могу в книгу рекордов Гиннесса попасть как самый щелкающий. Вот смотрите, я щелкну сейчас. И Дашенька. Ну, один в один, да? Ну давайте. Так, подожди, давай сейчас заблокируем. Давайте, смотрите, кто будет. У кого громче щелчок? У меня. Дашенька. Ну понятно,
что у меня, Серёнь. Ну, у тебя, конечно. Кто голосует за Дашеньку? Мы Серёге. Ну, понятно, господи, боже мой. На самом деле, я ему подыгрываю просто. Тебя на микрофон говорят, у меня просто ближе на тебя. Ну, да. У Даши красивее. У меня отекшее лицо, то что еще написать? Транс. Горите в аду. Те парни, которые все пишут, тут ухлели. Дашенька худенькая у меня стала. Не ест ничего. Сегодня нам подарили тортик, мы съели тортик. Вдвоем съели торт большой. За раз причем. Почти за раз. Ну, за два раза. За два кофе. Съели торт. Ой, вы что? Что там у тебя? Гад, ты запалил меня. Ой, ладно, друзья, что, подъехали практически на восстание. Так что... Можем болтать, еще пробка огромная. Еще огромная пробка. Давайте поболтаем с вами. Давайте с вами поболтаем. Что расскажете? Погода говно. Настроение... Так себе. Настроение огонь так себе. Дашенька болеет. Я тоже немного болею. Еще у меня. Как будто вот в этот глаз все время что-то попало. А, посоветуй, пусть поставят офтальмолога. Надо сходить к офтальмологу. На районе, на Фрунзенском. Советуйте какого-то офтальмолога хорошего. Я сомневаюсь, что 57 человек смотрят. Вряд ли они будут. Между прочим, я даже иногда 10 человек смотрят, что-нибудь отсоветуют. Короче, офтальмолог надо. Спасибо. Песня какая-то любимая, Сережа. Спой мне песню, Сережа, даже. Что петь-то надо? Летящий поход. Только с ним вместе, наверное, сейчас. Да, ты знаешь это? Да, конечно. Моя молодость. Пройдешь. Сегодня будет песня. У меня есть права. В стуле не был. Даша болеет. Водить умею до газели, до первой. Могу врезаться в газель. Нормальную музыку давай уже, поезжай в Тайв на турах выступать. У меня такая же с глазами, на Московской живу. Раньше не было, под дождем прошел. Да? И чё? У меня давно уже что-то глаза как-то меня беспокоят. Надо к офтальмологу сходить. Протеин надо разыгрывать будет попозже, вечерочку. Дамам приеду, разыграем. Адепт я слушаю обычно и подобную музыку на тренировках. Здесь Даша обычно что включает. У тебя запотел экран. Все. Все, пока. Пока-пока.